Как сообщается в материалах дела, Александр Сало, будучи генеральным директором ЗАО «Ассоль», без согласия акционеров провел две сделки с недвижимостью в пользу близкого друга, а по совместительству еще и помощника депутата законодательного собрания. Причем, зная, что имущество находится под арестом, депутат обратился в Росреестр, чтобы ускорить процесс оформления собственности. Документы были готовы уже через два дня. При этом сумма сделки была в 4 раза ниже рыночной стоимости. Таким образом, ЗАО «Ассоль» был нанесен ущерб более 42 миллионов рублей. Расследование находится на завершающей стадии и проводится как силами регионального следственного комитета по Оренбургской области, так и следователями регионального управления ФСБ России. Кроме того, оренбурженка Алла Чурилова обвиняет депутата областного законодательного собрания Александра Сало в нанесении побоев и захвате ее собственности. Александр Сало снял с себя полномочия заместителя председателя регионального парламента, но по-прежнему является депутатом действующего созыва.